В этом году ситуация с обслуживанием дорог в зимнее время повторяется, что вновь может стать причиной аварий. На сегодня проезжая часть и тротуары городских дорог от снега очищены, однако это не значит, что он вывезен. По просьбе наших телезрителей мы прошли по некоторым улицам города и обнаружили огромные сугробы. Сугробы у Дворца правосудия, у торгового центра «Полярный» и почти на каждом перекрестке. После каждого снегопада они вырастают в городе как грибы. Только вот собирать снежный урожай пока никто не собирается. Очередной снегопад прибавил работы коммунальным службам. С большим количеством выпавших осадков они справились довольно быстро. Проезжая часть и тротуары от снега очищены и перемещены на перекрестки и тротуары. В результате вдоль каждой улицы можно наблюдать огромные сугробы. Вдоль Ненецкой, вдоль Пурьерка приходится с коляской ходить по дороге, а не по пешеходным тропинкам. И желательно, чтобы выходные тоже чистили, а то снегопад, и выходишь, и как идти? До директора комбината по благоустройству и бытовому обслуживанию мы так и не дозвонились. В этом году именно они обслуживают дороги. Поэтому горожане и наша редакция остались без ответа на вопрос, почему работа не выполняется до конца. Дороги почистили, а снег не вывезли. Такие сугробы не только не украшают город, но и могут привести к аварийным ситуациям. В этом году, с моей точки зрения, дороги чистятся гораздо лучше, по крайней мере, снег убирается. Вот. Но я как автолюбитель могу сказать, что непосредственно на самих дорогах все равно наледь и снежный накат остается достаточно большим, поэтому, например, ДТП были позавчера, большое количество ДТП вечером, 3 или 4 только я видел сам. К тому же накопившиеся за всю зиму снежные кубометры вновь обернутся в лужи и реки, а ведь вывести снег за пределы города гораздо проще, чем весной откачивать воду с дорог. Валентина Чибичик, Роман Делимарский, телеканал «Север».